Привет, с вами компания «Электромотор». Перед вами дровокол «Зиполь» на 7 тонн, горизонтальный, гидравлический. Значит, мы его сейчас будем запускать и показывать, как он просто в работе и что нужно сделать. Значит, если мы просто включаем кнопку, он у нас не идет ход, видите, да? То есть двигатель запустился, но ход не идет. Для этого нужно вот этот вот рычажок опустить и держать. Только мы его отпустили, видите, никуда не идет, для того, чтобы ваши руки, можно так сказать, были постоянно в безопасности. Держим. Все, отпускаю. Все, расколол, и дальше самоходом пошел клин назад. То же самое мы делаем со следующими клином. По вопросам покупки обращайтесь к нам, компания «Электромотор». 5300-38. Да, легко, но страшно первый раз. Потом нет. 5300-38. По вопросу покупки обращайтесь к нам, компания «Электромотор». Если вам нужно данный диаметр расколоть на 4 части, вы просто вот эту каждую половину потом берете и еще раз заново колите. Поэтому вот колите на 4 части. Гарантия составляет 1 год. Напоминаю, бренд «Зиполь». Сейчас перед вами 7 тонн. Есть такой же на 5 тонн.